В одном интервью проскочила фраза, что бывшая жена тебя упрекала, что ты жил за ее счет. Надо было кому-то из двоих сидеть дома с ребенком, а не просто сидеть дома. Окей, то есть она пошла работать, ты сидел с ребенком. Ну да. Нифига себе. И, соответственно, поэтому она зарабатывала, а ты должен был сидеть с ребенком. Да. Нифига себе. И сколько так длилось? Ну слушай, это длилось не особенно продолжительное время, то есть год, может быть, два.